чтобы лично поблагодарить и поздравить с профессиональным праздником. Депутат Мособлдумы Владимир Жук встретился с коллективом Видновской районной клинической больницы. Беседа прошла в душевной атмосфере, и началась она с хороших новостей, которых у врачей немало. Сейчас три больших проекта – это по диспансерному наблюдению, диспансеризации и усовершенствованию процесса госпитализации, сокращению сроков. Все три проекта уже запущены, есть результаты промежуточные. Запуск новых проектов, социальная поддержка медиков, работа подразделений поликлинической сети – вот основные моменты встречи. Многие начинания видовских врачей являются новаторскими, а одно такое вообще не имеет аналогов в стране. Речь идет о новых стандартах предоставления медпомощи на дому. И патронажами, и паллиативной помощью, и забор биологического материала, и каких-то исследований на дому, консультацию узких специалистов на дому. В одной службе такого нет. И в номенклатуре медицинских организаций тоже такого нет. Поэтому Минздрав сейчас ждет от нас как раз представления данного проекта, а далее, ну, наверное, будут вносить изменения в законодательство в плане включения данной службы в реестр медицинских организаций. Со своей стороны парламентарий пообещал всяческую поддержку. Медицина – это главное, одно из главных, одно из приоритетов. И законодательную базу под это подводит областная дума. Все законы, которые необходимы для нормальной работы, мы принимаем качественно и в срок. Завершилась встреча словами благодарности, подарками и цветами для тех, кто выбрал самую благородную профессию. Дорогие наши медики, мы вас очень любим, ценим, уважаем, понимаем, что вы делаете очень благородную работу. Люди к вам обращаются и без помощи никогда не уходят. Поэтому крепкого вам здоровья, благополучия, энергии, тепла, мудрости. И мы всегда рядом с вами. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ».